raccontato, te lo dirò. Ora dove mi sveglio con ingrato, più far non più. Ora c'è del fuoco ma si fuggi, ti lascia star. E non ti corra tre se non ti struggi a riguardar. A riguardar. Funicula, 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 funicula. Vesti, vesti, vediamo danzola. Vesti, vesti, vediamo danzola. Funicula, 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 funicула, funикула. Алло, да, Ялта? Нет, не Ренат. Он занят сейчас. Да, я менеджер его. Да, я... Нет, 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 вряд ли получится. Мы через неделю должны вылетать по итальянскому контракту. Да. Там у них неустойки дикие. Нет, нет. Ну что значит удвоить? Если вы утраиваете, тогда сейчас все утраивают. Да. Нет, если вы утраиваете, тогда мы разговариваем. Я его уговорю. Ну, это моя уже проблема. О, дедарочка. Так. Мне все ясно. Ну... Чао. Тебе деньги не нужны? Динара. Ну, Динара. Билеты я заказал. Самолет в пятницу, а в субботу уже концерт. Как вы? Неужели подписываем? А ты не верил? Да я сейчас не верю. В случае, сеньор. Вот хорошо. Рад буду, сеньор, увидеть вашу прекрасную страну. Аривидерчи. И чао. Ну, черт возьми. Даже перед Италией ты не можешь удержаться. Ренат, слушай. Человек, который нас приглашает, очень большой человек. Но ты понимаешь, мы же люди взрослые. Там кнопка нажимается, самолеты не летают, поезда... В общем, кошмар. Врешь. И к тому же он хотел, чтобы лично ты был. Ну, как я им мог отказать? Ну, скажи, как? Ну, Лёва. Ну, обещал. Ну, что я мог? Все уже наобещал. Последний раз. Поехали. Вот за это я тебя люблю. Не волнуйся. Динара все знает. Все не так уж плохо. Всего три дня работы. Ну, что в самолете летит? Это все утроит. Гостиница «Ариан». Море с собачками. Не дёшь. Señor, verde gitana, cubierta de flores.
Дероса. Дероса, да слово прогасья, Потеде Ранмарко, ла Вирген Морена. Гранада, Кутиера, Стальена, Да Линдес, Мохерес, Да Сангре, Да Сон. Роса де слова фраганция, кетедера Марко, ла Вирген Морена. Ромада, тут ера стальена, де виндес муферас, де сакрей. Вы знаете, зачем я собрал вас всех вместе? Вас, нас, привела сюда любовь. Нужно сказать, большая любовь к самому популярному напитку в Европе, в Азии, в Америке, в Австралии, а значит и во всем мире. И мы этот напиток сделаем еще популярнее. В трюмах яхты лежит наш чай. И лучшую рекламу ему даст большой круиз с большим чаепитием на каждой границе. Некоторые думают, что я могу пить только коньяк и чачу. Но в пору бедной моей юности я видел один только чай. Это подтвердит мой знаменитый друг Ринат. Рейна, поехали со мной в круиз. Я буду чаем всех поить, ты песни петь. А? Гиви, я думаю, мой бедный менеджер уже с ног сбился. Такси в аэропорт заказано. Подумаешь, аэропорт, таких гостей обидишь. Ну все, мне пора идти. Правда, улетаю. Плюнь ты на эти гастроли. На Италию? Слушай, а сколько тебе платят твои итальянцы? Я тебе заплачу больше, в два, в три, в четыре раза больше. Да ты с ума сошел. Ну извини, за Италию никак нельзя не выпить. Давай на пассажок, а? Ну, Гиви, ты меня удивил. Бенефис получился на славу. Признаюсь тебе честно, такого чая и в таких количествах я уже давно не принимал. Что ты сказал? Чай? Ненавижу чай. Принесите гостю, что пьют настоящие мужчины.
Ко. Говорят, вчера яхта стояла. Большая. Такой салют устроили. Яхты, говорю. Всю рыбу распугали. Ну, гуляли красиво. А что не гулять, пока молодой? А здесь сидели люди, выпивали? Нет? А тут ну, вот выпивали, спрашиваю. Удочкой. Угу. Целыми днями. А она глухла, она рыба вся. Говорили о чем? Не клюет совсем. Черт, глухой. В милицию, что ли, пойти? Ласточки на гнездо, где будет произведена высадка пассажира. Светлеет. Шампанское с чачей не надо мешать. Аура меняется. Я приказал не бить склянки, чтобы ты поспал до обеда. Где я? Не видишь? В море? Как в море? Я ведь в Италию лечу. Ты же сам вчера поспорил, сам сказал. Не хочу на самолете, хочу на яхте. На яхте быстрее. Что в самом деле? Не может быть. А где же Лёва? Там. Как там? Летит. А это кто? Это люди. Знаешь, здесь все в Италию. У людей контракты разные, ну. Тьфу ты, черт. Куда же подевалась? Динарочка, ну от глухого-то, конечно, я ничего не добился. А тут ко мне подходит этот. Шофер. И говорит. Ну где клиент-то, кого везти надо? Представляешь, а что я могу сказать? Что я могу сказать? Ни Рената, ни этой яхты. И потом еще весь берег пустыми бутылками усыл. Ты его бросил. Ты его завез и бросил ради своей халтуры. Ты что? Динара, не надо, не подожди. Почему не, тебя я найду. Ну, рыбонька, лапонька, ну не надо, перестань. Ну, я, ну нет, тихо. Где он? Стрела, Мария Каманелла, ну
решетата, бабина серената, хочу тебя сойти. О, Мари, о, Мари, quando suona il caper de pene, ama dormi, abbracciato da poco, tu te, o, Mari, o, Mari, quando suona il caper de pene, ama dormi, o, Mari. Скажи спасибо, что промахнулась. Ой. Лёва, будь мужчиной. Ну, дура-дура я была. Хотела все бросить. На Рената разозлилась. Хотя в чем он виноват? Вот и пожалела вас. Пожалела? А мне, думаешь, не жалко его? Гонял на гастроли, от семьи оторвал. Заставлял пахать. Мерзавец я. Спасибо, молодец. Ну, теперь, да, чем два дня по полу метаться, как тигр в клетке. Ну, ладно. Смотри, Гиви, а? Обещал. Что? В Италию меня доставишь вовремя. Конечно, доставлю, слово бизнесмена. Знаешь, я какой груз везу? Я такой груз везу, что... А там еще один бизнесмен и шутить не любит, знаешь. Да, кстати. Муж же столько дней видел. А я что-то никакого большого чаепития не вижу. Да? Слушай, дорогой Ренат, я тебе должен сказать, реклама это одно, а жизнь совсем другое. Вот так вот. Так, сколько здесь по прямой? Ну и вот, слава богу, море маленькое. О, Господи, тут еще одно. Нормально. Только бы этим двоим бы никто не настучал. Такой контракт упускать. Так. Еще успеем. Так пусть стучат. Как они догадаются, скажу. Уже улетел. Ходит по Риму. Гаммы поет. Алло? Да? Да? Нет, нет! Что, что вы, сеньор? Какая отмена гастролей? Я успеваю. Мы успеваем. Я все, все сделаю. Все будет окей. Да, вот здесь, по прямой. Да, это не важно. Да, все будет окей. Хорошо. Спасибо. Вот, хочу сказать тост. Дорогие пассажиры, наш чай в наших трюмах с каждым днем становится все дороже и дороже. Поздравляю вас с этим и хочу сделать одно заявление. Обещаю вам отель Сарачено, а завтра большой концерт Рената и большое чаепитие. Вот здоров, за это Ренат. Можно выпить. Расцветай, дорогая. Подожди, дорогой, это не все. Один маленький сюрприз. О, чем же ты нас сегодня удивишь, дорогой? Это... Выпьем за благополучное завершение нашего круиза. Будем здоровы. Добрый день, сеньоры. Вы причалили, что ли? Таможенная служба Итальянской республики. Вы капитан этой яхты? Я, кажется. Старший инспектор Бикини. Приятная встреча. Великий человек к нам пришел. Садитесь, сеньор, садитесь. Великий! Я много о вас слышал, господин Бикини. Много. Я тоже много о вас слышал, сеньор Гиви. Итак, сеньор капитан, что вы везете? Оружие, наркотики, золото? Лучше золото. Знаете, чай везем. Настоящий грузинский чай. Большое чаепитие на берегу. Приглашаем всех. Чаю гостю. Спасибо, нет.
Покажите ваши трюмы. Лариса, лучше тебя эти трюмы никто не знает, Геннадс. Покажи этому человеку все, что он захочет. Пусть посмотрит, что нам скрывать от таких людей. Геннадс, все покажи, все. Сержант, хорошо, произведите досмотр. Окей. Счастливчик. Простите. А какой вкус! Кушай, родной, пожалуйста. Кушай. Все твое, гостю, все лучшее, кушай. Наркотики. Чай. Наркотики. Чай. Наркотики. Чай. Дорогой сеньор Бикини, мы к вам в Италию везем не только чай, культурный обмен. Слушай, что ты? Мы к вам в театр везем великого маэстро. Сеньор торопится, а тут эти проверки, понимаешь? Ренат, спой, Геннадс, спой. Не видишь, не верит человек. Ну, спой. Торна сурьенто фаме кампа. Браво, браво, сеньоры. Спасибо за концерт. Ну, а теперь в трюм. Чай. Наркотики. Чай. Черт, ну как это завтра концерт? Куда я еду? Это же Италия. Там же мафия. Коза Ностра. Мамочка моя. Черт. Понимаю, что вам тут не нравится. Морской воздух, тишина, прохладно всегда.
Может, еще скажешь, что мне повезло? Конечно, повезло. Тюрьма у нас с традициями. Тут знаешь, какие люди сидели, не могли нахвалиться. Садись, ладно. Привыкай сидеть. Кури. Не курю, спасибо. Здоровье бережешь? Да нет, голос. Так ты певец. Был когда-то. Почему был? Да случилась тут история. Чего рассказывать? Ничего. У нас акустика хорошая. Все мечтал когда-нибудь спеть «О соле мие» под небом Италии. И вот. Эх, увидеть бы когда-нибудь, какая она Италия. Италия? О, Италия! Это прекрасная страна. Смотри. Выходишь ты рано утром на лужок пасти овечек. О, мамма мия! Фантастика! Эй, парень, не служи ты эту деревенщину. Он понятия не имеет, что такое Италия. Италия — это море. Вот когда тебя качает лазурная волна Тиренского залива, и ты плывешь... Не слушай их, парень. Эти ослы не знают, что такое настоящая Италия. Италия. Это когда, допустим, ночью, ты идешь брать банк. Ренат. Прости, Ренат. Виноват. Ненарочно. Прости. Ну, подумаешь, провез немножко кокаина. Ну, совсем чуть-чуть. Яхта маленькая.
Ренат. Ты, Ренато, родился с ключом, который открывает сердца. Сейчас будешь разговаривать с одним человеком. Постарайся ему понравиться. От него зависит твоя судьба. А, это судья. Генеральный прокурор. А. Министр юстиции Италии. Да нет. А кто же это? Это сам Дон Лючино IV. О, привет, Чино. Привет. Дон Лючино, можно к вам? Ну, попробуй. Привет. Добрый день. Проходи. Присаживайся. Будь как дома. Как тебе нравится моя камера? Лючино, ты мне нужен. Я занят. Терпеть не могу все эти технические штучки. В старые добрые времена мой папа, Дон Лючино III, ничего сложнее револьвера в руках не держал. А какие дела проворачивал? А как он пел? О соле! О соле мио! Стай фронт! А те! Стай фронт! А те! Из него мог выйти второй поворот, но, увы. Семейная традиция. Ты не должен повторить его судьбу, Ренату. Ты хотя и не итальянец, но талант у тебя есть. Слушаю. Лючино, в чем дело, я не понимаю. Я занят. У меня к тебе серьезный вопрос. Ты думаешь, что если ты начальник тюрьмы, то к тебе все можно? Наглец. Итак, ты сидишь за контрабанду и провоз наркотиков. Нет, я здесь совершенно случайно. Я тоже случайно. Если бы у меня тогда не кончились патроны... Вы меня не поняли. Я честный человек. И я честный. А сижу. Здесь вообще честных людей больше, чем снаружи. Мне завтра надо в город. У меня завтра концерт, гастроли. Но вы-то, Дон Лючино, должны понимать, что значит для певца Италия. Представьте, завтра... На моем концерте объявляют, певец сидит в тюрьме. Это же позор. Меня публика не поймет. Наша публика поймет, даже оценит. Другое дело, лично я не могу допустить, чтобы такой талант держали в этих застенках. Публику обманывать нехорошо. Слушаю. Этого парня будем отпускать. Хорошо. По какому классу? По первому. Он мне понравился. Слушаюсь. Внимание, приказ по блоку. Форма номер 6 по первому классу. Выход юго-восток. Ну что стоишь? Иди. А то ведь я могу и передумать. Чао. Ну я не знаю, где его искать. Ну просто не представляю. Я уже обыскал весь мир. Ну нету человека, ну нету. Что я могу сделать? Думайте, думайте, это ваше хобби. Что значит думайте? Извините, я не знаю, где Ренат. Может быть, он утонул в море, может, улетел на воздушном шаре, не знаю, и все. Ну как быть, что делать, а? Сеньор Леоне, наша фирма имеет очень высокую репутацию. Мы никогда не срывали концерты. А билеты на концерты Рената уже проданы. Мне что, самому петь? Браво, сеньор Леоне. Отличная идея. Какая? Ваша идея. Вы будете петь сами. Вы что, совсем у вас? Голосом Рената. Как я могу петь голосом Рената? У меня свой голос есть.
Не сходите с ума! Фонограмма. Да люди кругом сидят живые. Какая фонограмма? Что вы говорите? Чтоб я пел под фонограмму? Нет уж, извините. Ну, что с ним прикажете делать? А? Придется петь. В противном случае неустойка. Сумма вам известна. Стоишь, садись. Вы серьезно? Вы мне? Садись быстрее, у меня не такси. Не беспокойся, это из пушки палят. Так у них всегда при побеге. Дурацкая сентиментальная традиция. Предупреждаю, не вздумай ко мне приставать. Меня попросили довести тебя до города, это все, ясно? Да я пока не пристаю. Да знаю я вас, все вы одинаковые. Я последний раз предупреждаю. Теперь понял. И вообще, мой папа с детства мне объяснял, что воровать грешно. А с чего вы взяли, что я вор? А что ж ты делал в тюрьме? Я? Ты. Я пел. Ах, пел. К вам приехал на гастроли. Певец. У нас своих гастролеров хватает. Серьезно. Меня зовут Ренат. Ну, а по-вашему, сеньор Ренату. Приехал я из России, из Татарстана. Весь город в моих афишах. В профиль анфас. Мадонна. Ну, если вам не нравится пассажир, то я могу выйти. Пожалуйста. Так что, выходить? Ладно, садись. Мир, идет? Идет. Ой, балабала, ой, балабала, ой.
Мне нравится. Спасибо. А как тебя зовут? Катарина. Ну, для тебя можно просто. Катари. Катари? Прекрасное имя Катари. Правда? Правда. Ренато. Спой, пожалуйста, еще. День и ночь роняют сердце ласку. День и ночь кружится голова. День и ночь пленительною сказкой. Все звучат твои слова. Сейчас. А еще я тебе скажу, что папа подарил мне эту виллу, когда я была совсем маленькая. У нас такая семейная традиция. Хорошая традиция. И место выбрал со вкусом. Ну, конечно. Отсюда же хорошо видно и крепость, и тюрьму. Очень романтично. Мой папа просто жить не может без тюрьмы. Сидит там и день, и ночь. Ты представляешь? Теперь да. А за что? За что? Да. Разве я тебе не говорила, что мой папа начальник тюрьмы? Надо торопиться. Не бойся, мой дорогой. Я же тебе обещала, что сегодня вечером отвезу тебя в театр. На твой концерт. Не волнуйся, все будет хорошо. Правда. Все будет очень хорошо. Io vicino te sento, chissà chi sto momento che piense, che fai, tu me mi sente bene, non vedo che voce, non ne pesa sta croce, che trascino per te. Sempre briaco, non bevo, dai vivo. Oggi ho fatto nudo, qua Madonna da neve. Si me passa sta treve, ora per le vedo. Te voglio. Penso te chiamo, se vedo te sei.
Сойдут от зависти. Мой могучий Чингисхан, мой неукротимый воин. Так мы едем. Ну не пойдешь же ты в театр в таком виде. Мы сейчас пойдем в самый шикарный магазин и купим там все, что нужно. Привет. Я начал уж волноваться, думал, что-нибудь случилось. Звонил, дома нет, говорят. Решил зайти. Опять ты шпионишь. Я тебе что сказал? Не ходи больше сюда и не звони мне больше никогда. Ты не у себя дома, пойми это. А что, я уже выбыл из твоей коллекции. Появился новый уникальный экспонат. Вот что, дорогой. Во-первых, если ты еще раз повысишь голос, я тебе надаю по физиономиям, понятно? А во-вторых, ты знаешь, кто это такой? Это оперный певец. Сегодня вечером он будет петь в нашем театре, ясно? Кто певец? Он. Он да, оперный да. Певец? Хм. В таком случае, дорогая, я Марчелло Мастрояни. Что? Что ж, позвоню, когда поумнеешь. Чао, сеньор Марчелло. Как-то неловко получилось. Ерунда, не бери в голову. Улыбнись и поехали. Привет. Угу. Добрый день. Добрый день. Привет. Привет. Все готово? Конечно. Так, как у нас дела? Три человека сегодня. Угу. Маэстро Рената. Угу. Где он? Сидит в центре. Хорошо, спасибо. Так, добрый день. Очень приятно. Добрый день. Вы Рената, да? Да. Как себя чувствуете? Да? Так. Хорошо. Очень приятно. Здравствуйте. Очень приятно. Ну что, все готово? Да. Да? Все. Так, внимание. Ну как? Прекрасно, милый. Извини. Алло? Это Мастрояни. Я. Включи-ка телевизор. Телевизор? Зачем? Увидишь. Мамма мия. Господа, вас ожидает очередная сенсация. Слушай, я передаю микрофон. Оставайся здесь у нас в Италии. В случае чего, срок будет бывать здесь. Дорогие зрители, хочу сообщить вам,
еще одну очень приятную новость. Мы очень рады вам представить гостя нашего города, из далекого, загадочного Татарстана, маэстро Ренато и его импресарио. Как мне известно, контракт вы подписали в городе Казани. Да, мы специально вылетали в Татарстан, чтобы познакомиться с работой маэстро лично. Это было великолепно. Спасибо, спасибо. Послушай. Хорошо, очень хорошо. Же мой импресарио Лёва. Ну, а что же нам скажет сам сеньор певец? Я боюсь, что ничего. Вы знаете, перемена климата. Маэстро Ренато очень беспокоится за голос. Но сегодня вечером вы все сможете услышать его в театре. Обязательно. Ну, а теперь позвольте задать вам несколько вопросов другого рода. Пожалуйста. Это бред какой-то. Легко заметить, как блестяще проведена рекламная кампания, афиши, газетные публикации и так далее. Да, да. Даже будет воздушный шар. Да, над театром. Да. Это великолепно. Но нас интересует самое главное. Какие песни и арии привез нам дорогой маэстро? Не могли бы вы как-то поподробнее рассказать о своем так репертуаре? Как говоришь? Я... Тебя зовут? Репертуар как будто специально ориентирован на нашу публику. Маэстро поет на нескольких языках, но в Италии, разумеется, особенно широко будет представлена итальянская музыка. Спасибо, спасибо. Ну и традиционный вопрос. Как вам понравился наш город, наш театр? Маэстро зачем с удовольствием не посмотрел достопримечательности. Но больше всего его интересовало... Да. Я не врал, Катари. Разумеется. Постой, я же тебе пел. Ты слышишь, Маш? Наш гость не волнуется. Он собирается заранее прийти сегодня. Немного припевать. У нас в Италии все поют. Настроиться, знаете. Да. Так что скоро мы отправимся готовиться к выступлению. Спасибо. Спасибо, большое спасибо. Благодарим сеньора Ренато за очень интересное интервью. Спасибо, дорогие зрители. До встречи. Привет. Покажите этому сеньору, где шоссе до города. Да ты не поняла. Я... Если завтра сюда пожалуют еще два или три Ренато из Татарстана, то выйдет замечательный татарский хор. А я не люблю хор, я люблю соло. Катари, за что? В твоем распоряжении 5 минут. Я вызываю полицию и говорю им, что оборванец, который околачивается около моего дома, очень похож на того, что вчера сбежал из тюрьмы. А ведь у папы из-за этого мерзавца могут быть неприятности. Катари, что за глупость? Это прекрасное ровное шоссе, сеньор. Один пинок и докатишься быстро. Минутку, ребята. Piensa tu non te ne cura.
Пошел. Здесь вообще в Италии устроиться работать можно. Да. Еще нам хорошо платили за разгрузку навоза. Да. Нам иностранным рабочим выбирать не приходится, нет? Давай, давай, гуляй. А ты зачем в город ходил? Работу искал, да? Работу. Вуаля. Слушай, а этот ваш, как его, Татарстан? Там что? Какие песни поют? Хорошие песни. Ну, если хорошие, давай что-нибудь спой. Только сначала скажи, про что петь будешь, чтоб я знал, о чем думать должен. Давай, давай. Споешь мне? Ну, есть одна песня. Называется «Лесная девушка». Ва. Леса у нас дремучие. Не то, что здесь. Ладно, понял. Давай, говори. Хорош. Вот если в таком лесу встретишь девушку... Да. Волшебными глазами. Да. Любишься на всю жизнь. А, влюбился я, влюбился я уже все. Давай. Документы проверять будут. Кто-то из тюрьмы бежал, его ищут. А ну-ка, фамилию почитай. Это кто? Вот, видишь? Его полиция искала. Уэ! Вуаля! Ты куда? Вуаля! Пропал!
Сеньор! Сеньор, извините! Эх, наверное, тут у них тормоза не работают. Концерт тороплюсь. Ха, ты меня извини, но ты похож на одного человека. Вообще, ты его не знаешь, он здесь не живет. А кто это? Ренат из Казани. Певец. А ты Татарстан не слыхал? Так я есть, Ренат. Ну да. Ну? Ну. Надо же, а? Меня зовут Рамазан. Рамазан, очень приятно. Вот это встреча. Слушай, Рамазан, ты как поедешь? А, по шоссе, прямо до города. А нельзя напрямик? У меня не лады с полицией. Поехали! Три земляка здесь. Ты, я и наш. КамАЗ выручит. Айда! Дьявол, надо его догнать и арестовать. Нет, сам догоняй. Лично я не берусь. Это же КамАЗ, догонять его бесполезно. Шею сломаю. Да еще по такому бездорожью. Отсюда близко до города. Рахмет Рамазан. Его благодари. КамАЗ. Счастливо. Угу.
кого я вижу? Недолго ты продержался. Да просто мне надо в театр. Ошибаешься ты, парень. Так театр в той стороне. А полиция вот она, в двух шагах. Чао. Чао. Я выйду, ты сразу фонограмму. И... Ага, премьера. Вилапо, мадон. Вилапо. Рената, Рената! Тогда пошли. В каком смысле? Куда? Нет, оставьте меня! Я еще не спел ни одной ноты! Фотограмму! Твои песни там нужнее. Фотограмму! Если я не прав, то давайте спорить! Оставьте меня! Фотограмму! Везете, не понимаю, в чем дело? В тюрьму. Куда? В тюрьму? Почему? Так хочет Дон Лючино. Жить будешь с ним. Что значит жить? Как это жить? Как все. Да ты не переживай. Ты теперь будешь обеспечен на всю жизнь. Почему? Потому что у благородного Дона Лючино пожизненное заключение. Stasera di una mia io son montato, te lo dirò. Ora dove ti spetto con ingrato, io farlo di più. Ora che c'è del fuoco ma si fuggi, ti lascia star. E non ti corra presso e non ti struggi a riguardar. Andiamo dalla terra alla montagna, un passo che si vede Francia.
ci prossima la Spagna, io vedo a te. Io vedo a te. Girà che col funeretto fatto in ciel si va. In ciel si va. Si va, si come venta uno scatto e siamo già là. Funicula, 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 viamo già sola, funicula, funicula. La montana nel cielo su montata, la testa è già. Andata, si va in cima e poi tornato, è sempre qua. È sempre qua. La testa gira, gira, intorno, torno, intorno a te. Intorno a te. E corre, cante come il primo giorno, ti sposta me. Ti sposta me. Lesti, lesti, mi appoggiam sulla. Lesti, lesti, mi appoggiam sulla. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Mi appoggiam sulla, funiculi, funicula. Lesti, lesti, mi appoggiam sulla. Lesti, lesti, mi appoggiam sulla. Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Prima l'ordine vostra.